Просто мне иначе никто не поверит. А почему ты не в моей рубашке? Она воняет просто. Сегодня утро такое бодрящее. Любители сторис, видите, такие тучи ходят хмуро. Мы сейчас будем техком проходить, медком. А вообще я хочу спать, потому что 4 утра по Москве. Пожалуйста, поспокойней. Значит, мы... Кто тут у нас плотно на бамперочках с разборочки, а? Плотно, плотно. Ну как? На четвертинах. На четвертинах. Команда четвертина. Вот так у нас. Нет, вот так. Да, загибаешь один палец. Я палец так бегу. У нас вот такой гигантский шатер, видите, прям целый конференц-рум. Я сейчас здесь переоденусь. И мы сразу же тихом с вами пройдем в комбезике. Сейчас он достанется. И поедем на тренировки. А теперь иди тренироваться. Давненько я об этом мечтал. Наконец-то мой первый старт и разгон на прим-ринге. Вроде бы обычная площадка, но целая история. Поэтому круто, что мы здесь и круто, что мы едем. Всех люблю. Поехали. Поехали один раз. Едем на четвертой передаче. На коротком редукторе, на четвертый, пока поедем, уже у нас первый убор, поэтому вот сейчас мы раздеваемся. Уже прем-ринг забрал первого гонщика, вон он там. Короче, такая тема, ёпта! Нашли собутыльника Тихона, пацаны! Тихон, ёпта! Смотри, какой ты, братан! Поехали сейчас, катну тебя хоть! Проедешь в заносе, ёпта! Так, ну чё, как говорится, довыёбывался, постанавливался. Не, постановка была крутая, мне буквально метра не хватило, чтобы отъехать от поролона. Не, не 10, 10, да не 10, 10 бы я атаковал. Короче, сломал, как всегда, вот этот ШАЭС. Чуть-чуть пластик. Рычаг сломала, ну значит будем чинить сейчас, рычаг у нас есть. А! Куда так топишь? Красава, э! Ты, получается, будешь скоро 50 cent. Так, Вадюха, не ругайся, сломала опять, видишь, вот этот ШАЭС. Вот, рычаг у нас сейчас болтается. Ну и мы сейчас это все починим. Бэшбаром загнуло крыло, ну все живое, все нормально. Последний этап, хуярим на все бабки. Ну короче, мы симметрично, да, видите, бэшбар. С этой стороны его давно уже нет. И с этой стороны мешался. Все, сейчас он, я думаю, встанет на место. А, и радиатор убежал, надо радиатор еще вернуть. Самое главное, что у меня есть в зипе замочки багажника. А то, видите, растянулся один. Правда, правда не черный, блин. Ну ладно, поедем на серебристый. Так, вот мои пожиточки. Мишань, бамперочек-то, ой, этот, диффузорочек-то придется уже поменять точно, уже не выправлю. Хотя, кевлару похеру вообще, передний тоже починим. Все нормально. Все нормально, выехали протестироваться, едет машина ровненько, все в порядке, осталось только пластик собрать весь. Бамперу кевларому вообще ничего, обратно вон, щелк, щелк. Да не, ну что ему? Он немного огорчился, конечно. Ну вот огорчился передний, вот он так огорчился, что он... Теперь у меня два бампера. Сейчас